«Не стареют душой ветераны». Под таким названием прошел в Северском доме культуры районный фестиваль хоровых коллективов ветеранов. Мероприятие посвятили 81-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, завершению битвы за Кавказ и столетию со дня образования Северского района. Стало доброй традицией в мае проводить такой замечательный фестиваль. Фестиваль людей, которые своим творчеством показывают дорогу, по которой идут вместе с вами подрастающие поколения. На импровизированной сцене выступили ансамбли и хоры из 8 поселений района. В репертуаре творческих коллективов – народные и военно-патриотические песни. Несмотря на далеко не юный возраст большинства участников, в глазах каждого солиста задор и жизнелюбие. Объединяет их еще кое-что – огромное трудолюбие, патриотизм и любовь к родине. Есть у фестиваля добрая традиция. Одну из главных песен страны участники исполняют все вместе. Фестиваль давно заслужил народную любовь и популярность. В этом году участие приняло без малого 200 человек. Коллективы наградили дипломами и вручили приятные подарки.